Минздрав России предупредил о новой болезни легких эволи, которую вызывают вейпы и электронные сигареты. Симптомы заболевания во многом схожи с коронавирусной инфекцией. Это температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка. При этом происходят патологические изменения в легких курильщика, отметили в Минздраве. Эволи – острые легочные повреждения, вызванные потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов. В отличие от коронавируса, одним из первых симптомов эволи считается нарушение пищеварительной системы человека.